Привет! И сегодня продолжается наша эпопея по разборке комнаты для душевой кабины. Мы едем с Женей выбрасывать мусор, нагрузили полный УАЗик, то, что там у нас хранилось. Ну, дома тут во дворе кое-что еще пособирали. Вот там, видите, целая-целая куча. Приедет машина у нас, и будем грузить с Евгением мусор. Еще нам кое-что надо там взять. Да, еще кое-что там заберем, погрузимся, приедем домой. Девчонки у нас у бабушки, отправили их, потому что дома полнейший хаос. Они нам будут немножко мешать, да и грязно. Поэтому мы работаем, продолжаем работать. И сейчас едем выбрасывать мусор. Мы приехали. Мир труд май. Целая куча снега. Сейчас надо его будет почистить. Женя чистит, я чищу. Я лопату бросила, чтобы снять. Да. Сейчас мусор. Ага, вы не подумайте, что я не работаю. Я тоже работаю. Нет. Лопату бросила, только вон. Вон она, моя лопата стоит. Новенькая. Да. У меня только своя особенная система чистки. Я вот так вот беру лопаточку и Женя туда кучки подвожу. А он забрасывает ее на сугроб. Вот так. Снег почистили. Мусор для выбрасывания приготовили. Сейчас будем по списку собирать, что нам надо. Вот достали часть профилей для крепления чего? Пластиковых панелей. Самый дешевый вариант. Да. Будем лепить опять из того, что есть, из того, что было. Ну что, тут докупать придется все равно. Двигаемся дальше. Может, профиля докупать придется. Все, мы загрузились. Барахло. Профиля взяли, доски Женя сделает. Горочку для деток взяли, еще часть от нашего кухонного гарнитура. Наверное, все шумит, тут Женя УАЗик завел. Все, мы едем домой, сейчас он двери закроет, и мы уезжаем. Приехали домой, Женя прилег немножко отдохнуть. Расскажи, что случилось я с тобой. Я объелся. Ну, объелся это раз. Во-вторых, все, Евгений сломал руки и ноги. А что ты гонишь-то? Честно говоришь, у меня два раза упал. Один раз просто подскользнулся, там доска неровно стояла. Таскали из дома. На фундаменте лежит доска, и, в общем, там было очень скользко первый раз. Жена меня убить хотела. Вот. Один упал. А второй раз мы тащили шкаф. И, в общем, Женя улетел вместе со шкафом, спасал шкаф до последнего. Я смотрела, как он держится. Так это снимать надо было. Ну, с камерой было неудобно снимать. А я загружаю посудомойку. Ставлю ее на мойку. Развешала белье. Ну и сейчас будем собираться за девчонками ехать. И что вы думаете, мы долго отдыхали? Ровно 5 минут прошло, и мы пошли дальше трудиться. Решили разгрузить УАЗик, а потом все-таки поехать уже за девчонками. Сейчас будем разгружать наше барахло. Съемка из отверстия в полу. Мы сейчас Жене отпускаем вот эту вот всякую... Самогон! Самогон, краски. Да, дедушка нам однажды подарил самогон. Так он у нас и стоит 150 лет. Берем его в подполье, все лишнее. Вот посмотрите, какая у нас куча. Еще тут надо будет ее все это разобрать, то, что вытащили из кладовки. В общем, завершаем сегодняшний день, сегодняшнюю работу. Женя сейчас все это дело отпустит. Бутылочки будут, а. Девочек будем укладывать спать. Ну, а с вами будем прощаться. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.